друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня мы будем готовить вкусный салат из авокадо. Он будет без мяса и без рыбы, такой вегетарианский вариант. И для приготовления мы будем использовать авокадо, помидор, сыр, яйца, листья салата, красный лук, оливки и каперсы. И для заправки нам нужно будет оливковое масло, бальзамический уксус, мед, дижонскую горчицу, чеснок и перец. Сам по себе этот салат довольно простой, и пикантность ему такой вкус придает особая заправка. В заправке мы будем использовать разные вкусы. Здесь и сладкий вкус, и кислый, и соленый, и терпкий. Перемешиваем дижонскую горчицу с медом. Добавляем оливковое масло. Я измельчила уже чеснок очень мелко. Добавляем свежемолотый перец, или же можно использовать вот такой вот смесь перцев дробленый, а также немножко бальзамического уксуса. Можно добавлять винный уксус. Если нет ни того, ни другого, то можно добавить сок лимона. Отставляем заправку в сторонку, чтобы она настоялась, и переходим к следующему этапу. Авокадо разрезать на две половинки, порезать авокадо кубиками. И здесь у меня уже в миске выложен салат, это микс, но можно использовать и какой-то один салат. Высыпаем к нему авокадо. Такими же кубиками, примерно по размеру, режем помидор. Также отправляем его в миску. Такими же кубиками режем сыр. Сыр можно, я использую сулугуни. Можно использовать любой другой рассольный сыр, либо же сыр фету. Измельчаем красный лук. Режем его такими вот перышками. Так он будет красивее выглядеть в салате. Стараться порезать его как можно тоньше. Лук также выкладываем в салат. Солить салат я не буду, потому что у нас вкусов достаточно. Просто его перемешаем. Выкладываем заправку. Немножко оставить примерно одну ложку, чтобы полить сверху. И снова хорошенько перемешиваем. Забыли сюда еще добавить каперсы. Добавляем половинку пока. Половинку оставляем для украшения. Если каперсов у вас нет, то можно, конечно, делать и без них. Теперь готовим большое блюдо, куда будем выкладывать наш салат и будем его украшать. Итак, я выложила в салатник салат наш. И теперь его осталось лишь украсить. В свободном таком порядке раскладываем оставленные каперсы. Раскладываем яйца, я разрезала их на две половинки. И выкладываем оливки. Оливки у меня с анчоусами, они придадут дополнительную пикантность салату. И сверху полить оставшимся соусом. Можно специально попадать на желток, чтобы придать единство всей композиции. Итак, наш красивый и очень вкусный салат готов. Получилось все очень просто и изысканно. Готовьте его и кушайте на здоровье. Всего вам доброго, до новых встреч!